Здравствуйте, дорогие друзья, юные натуралисты. Сейчас мы с вами запишем очень интересный объект для наблюдений, как тля. Такое насекомое, тля или листоблошки, как их называют, да? Это вот конкретно на листьях яблони они вызывают скручивание и покраснение листьев. Вот они, посмотрите. Три пары ног, как у всех насекомых, да? Тело, разделенное на три сегмента. Голову, грудь и брюшко. Вот. Тли. Их называют коровами для муравьев. Вот, потому что они, питаясь соком, листьев, выделяют такие сладкие, ну, экскременты для них, сладкие выделения, пать называется. Ну, по сути, это как сахарный сироп, ну, который очень богат углеводами и является ценным питательным веществом. И вот муравьи, если они находят, обнаруживают колонию тлей, они очень с удовольствием большим этим сладким сахарным сиропом питаются. Вот видите, здесь разные стадии, да, крупные есть уже. Рослые, так сказать, это тля, и маленькие, бесцветные. Но вот дело в том, что этот лист уже 4 или 5 дней находится у меня, и в нем вот это вот уже, он подсох, и сахарного сиропа как такового нет. А вот первый день, когда я принес его и наблюдал за ними, они вот прям, он был очень много, там было сахарного сиропа, и тли вот в нем копошились, вязли. За ними было просто наблюдать. Вот, если все-таки сиропа нет, они уже прям по сухому бегают довольно активно. Поэтому за ними наблюдать не очень просто, не очень удобно. То есть, по сути, это вредители. Вредители деревьев. Вот, питаясь соком, они истощают. Это давайте посмотрим. Одна тля сползла прям. С листа неудобно. Неудобно смотреть. Хотел я вам других показать, но придется вернуться. Вот. Истощают, питаясь соком, и способствуют проникновению вирусов, грибков, потому что они же своими хоботками протыкают лист, и в эту ранку, в эти ворота инфекции попадают разные возбудители. Вот они, два крупных. Съемка сейчас ведется при 40-кратном увеличении при верхнем освещении. Давайте попробуем посмотреть на них при 100-кратном. Нет, лист, когда он свернут, не очень удобно смотреть на него. Объектив просто-напросто. Так, ну-ка. Попробуем посмотреть. Вот еще одна. Вот такие вот удивительные насекомые, как тли. Вот она села на поверхность предметного стекла и поэтому очень быстро стала перемещаться. Вот эти вот, похоже, мертвые уже. Вот два лежат. Два мертвых. Вот их, наверное, давайте. Расползаются. Ладно, я сейчас. Вот я тоже водички капнул и сироп растворился. Но не так быстро это происходит, как хотелось бы. Вот видите, она вязнет.
вязнет. Попробуем перевернуть ее, чтобы рассмотреть ее брюшную часть. Мертвые. Ну, до новых встреч.